Здравствуйте. Хочу поделиться вот такой моделью спиннинга. Называется Travel версия от компании Shimano STK TE. Имеет удобный чехол, куда входит катушка и сам спиннинг. Спиннинг телескопический. Удобно положить в рюкзак в каких-то походах дальних, где длинный с собой не возьмешь, по кустам. Очень удобно с ним передвигаться, где надо покидать какие-нибудь горные озера, реки. Длина в чехле сантиметров 35-40, очень компактный, в рюкзаке много места не займет. Пробка стандартная, как у всех, как говорится. Тест спиннинга 7.21, более-менее универсальный. Пойдет покидать и вертушки, какие-то воблеры, резинку. Я думаю, самое то. Неплохой карбон по качеству. Длина у него 2100. Оперативно собрал. Готов. Компактный, достаточно такой интересный строй у него. Тест 7.21, повторюсь, более-менее универсальный. Окунек, щучка. Сейчас покидаю, попробую. Длина не длинный, где-то пойти по кустам очень удобно. Покажу немного вблизи чехол. В нем установлена пластмассовая трубка, чтобы не повредить, не поломать при нажатии. Сам спиннинг, ручка. Ну и само удилище телескопическое. Здесь написано. Тест 7.21. Длина 2.10, ну и модель. Такие колена. Вот так вот выглядит. Travel спиннинг для путешествий. Очень удобен при транспортировке. Чехол застегнул, все отлично. Катушка стоит Shimano 2500 RE Siena. Шнур восьмижильный, тоже от компании Shimano. Для начала воблер. Испытывать, наслаждаться.